Вчера поздно вечером губернатор Сергей Морозов провел в Корсуне экстренное заседание штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией. На нем глава региона объявил, что с 18 апреля в районном центре, а также в поселке Языково вводится карантин. Это значит, что будут введены дополнительные меры по защите жителей. Также губернатор дал поручение усилить работу по профилактике распространения инфекции и другим главам районов. А за халатные отношения чиновники могут лишиться должности. Если и этот комплекс мер ограничительных не принесет нам тех результатов, на которые мы надеемся, то мы сегодня об этом говорили на федеральном совещании с руководством правительства Российской Федерации и начальнику МВД был, так сказать, и главный санитарный врач Ульяновской области был, и другие руководители. И вы знаете, да, кто там присутствовал, я сказал о том, что мы ведем режим чрезвычайной тогда ситуации. Напомним, накануне весь день в Корсуне работали медики, волонтеры, представители правительства. 38 врачей разных специализаций из Ульяновска, Майны и Вишкаймы прибыли в район вместе с оборудованием. Они работали в приемном покое, проводили подомовой обход, проверяя состояние больных с коронавирусом. Вчера из областного центра приехали машины скорой, реанимобиль и передвижной флюорограф. По словам заместителя председателя правительства Екатерины Убы, работы продолжатся, а также создается список тех, кому необходимо проверить легкие. Будем возить, потому что никакой очереди мы здесь не имеем права просто создавать, поэтому будем привозить и увозить пациента тем, кому нужно флюорографическое исследование. На помощь медикам прибыли 50 волонтеров, в основном студентов медицинских колледжей и госуниверситета. Со специальной анкетой они обходили дома корсунцев, спрашивали о самочувствии людей. Врачам удалось осмотреть сегодня 800 человек, и волонтеры прошли у нас и опросили 280 человек. По словам Екатерины Убы, на вчерашний день было определено 1022 человека контактных жителей Корсуна. Проводится тестирование на коронавирус. Среди задач, поставленных главой региона, выстраивание работы районной больницы, обеспечение медиков всеми средствами защиты, организация работы местной администрации. Продолжится дезинфекция соцобъектов, магазинов, подъездов, многоквартирных домов и улиц. Единый номер горячей линии по вопросам профилактики коронавирусной инфекции 8 800 200 01 12. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.